Вот недавно я дочитал мангу Fire Punch. Давно про нее слышал и все думал, надо бы наконец-то осилить. Сама она не очень большая, 83 главы, причем после середины главы куда короче. По моим ощущениям, манга крайне странная и артхаусная. Уж не знаю, это плюс или минус, но часто в ней просто кидают тебя в события и лишь по ходу ты там начинаешь думать, кто це и шо це. Местами, конечно, сидишь и просто раму не можешь собрать. Но вот что я вам скажу. Вот есть в этом что-то. Хз, мне как-то и рисовка не очень, и персонажи странные, и вот все как-то не так, неуютно, но вот пока читал и вспоминая, ведь реально интересно узнать, к чему все придет, что там дальше и так далее и тому подобное. Конец манги — это полный мейдей моего мозга. Ну да ладно, делитесь своими впечатлениями в комментариях. Манга в целом на 6-7 из 10.